зовут Поли, и это «Юдэнс». Сегодня 30 ноября, мы находимся на телевизионном шоу «Танцуют все». Остаемся с нами. Как ощущения после выступления? И готовы ли вы к смене партнеров? У меня счастье. Это как выстрел в голову. У меня счастье, у меня счастье. По очереди. Давай. У меня большое-большое все не объем ли мое счастье. Мне чисто по-нигерски. Нига. Все сейчас на расслабоне, неважно, какие результаты будут, мы сейчас выйдем. И даже если пойдем на номинацию, сделаем так же, как мы только что сделали. Так что я думаю, все будет круто. И всем привет, респект, а доберман. Ну, а к смене партнеров-то готовы, не готовы? Да какая разница, мы же сейчас здесь, вот вдвоем, да, мы готовы к смене партнеров, что там дальше будет, это мне все классно. Мне не привыкать вообще. Да, ей не привыкать, у меня... Но мне бы не хотелось. Да, тоже, слово забыл. Мне тоже. Я вижу, после Жениной постановки у вас просто, сейчас эмоции зашкаливают. Эй, беси. Постановка вам очень понравилась, Женя? Конечно. Естественно. Как вы думаете, выполнили все, что он хотел? Мы да, можем да, и больше. Да. Да. Спасибо большое. Жень, ты поставила замечательный танец Поле и Дани. А что тебя вот натолкнуло на постановку этого танца? Ребята и натолкнули. Я их только увидел, я понял, что это Майкл Джексон, что это секс, дракс и рок-н-ролл. Ну, грубо говоря. Я вначале, до эфира, я готовил какие-то идеи, готовил музыку. Я думал, вот что бы мне такое придумать, джаз. Я думал и о классическом джазе, и о Бродвее. Но когда я увидел эту пару, я сразу понял, что тут без вариантов. Тут только то, что даст ребятам раскрыться, даст... выплеснуться вот эта энергия, которая внутри них кипит. И мне очень понравилось то, как они сработались, потому что, ну, таких зажигалок надо еще поискать. А ты знал, что у Дани вообще любимый исполнитель это Майкл Джексон? Да, конечно. Я об этом знал, и поэтому я хотел, чтобы ребята, когда исполняли номер, когда танцевали, они получали удовольствие. Только так можно найти гармонию постановщик, танец, музыка и так далее. То есть должно быть одно целое, чтобы всем все нравилось. Хореографию я тоже старался подбирать под танцоров, поэтому, ну, по-моему, мы сработались. Не знаю, я посмотрю в записи. Конечно, я видел там погрешности. Я очень строго отношусь к тому, как исполняют мои номера. Я ребятам об этом говорю. Но мне понравилось то, что это было энергично, то, что это было драйвово, и, в принципе, то, что планировалось, то сделаем. Ну, Поля и Даня такие зажигалки серьезные, а как на репетициях? Зажигалок удается усмирить? Они на репетициях чуть не поубивали друг друга. Мало того, что Данила простудил себе ухо на этой неделе, он выбил себе два больших пальца на разных руках, у Полины забито ребро и нерв межреберные. Потом они стукнулись на генеральном прогоне лбами, когда пытались поцеловать друг друга. Короче, они как эти бойцы без правил. Они все побитые, все покусанные, но они становятся и танцуют дальше. И мне понравилось то, что они на каждом прогоне выкладывались по эмоциям в полную силу. Может быть, технически они там где-то что-то берегли, немножко свои силы и дыхалку, а вот в плане эмоций все на полную катушку каждый раз. Вот то, что видели в эфире, это каждый раз на репетициях было такое. Спасибо большое, Евгений.